Итак, New Dame Games. New Days Games. New Day Game. Когда мы так говорим, мы все имеем в виду игру New Dame Games. Просто... New Day Games. Просто выговаривать нам почему-то не дается. А итак, мы начинаем. Я уже сказал задание. В принципе, я думаю, что все помнят. Нужно будет отгадать, что за звезда прячется от папарацци. Это будут все заграничные звезды, поэтому вам будет чуточку сложнее. Итак, поехали. Вау. Вау. Харрисон Форд. Честно, я даже не могу узнать, кто это. Это очень сложно. Это может быть Арнольд Шварценеггер, только в плохом виде. Фамилия у него такая... А, это же в комедиях многих снимался он, да? Известных на этих... как там? Дастин... Хоффман? Да, совершенно верно. Хоффман. Дастин Хоффман. Вот так вот он прячется от фанатов, вот так вот он выглядит. А, вот, все, прикольно. Как они постарели-то. Поехали, следующий слайд. Время никого не... Следующий слайд. Это кто? Это Бритни Спирс. Совершенно верно, это Бритни Спирс. Как ты узнала? Не знаю. Вот она, Бритни. Кстати, что-что, Бритни тоже была легендой. Да. Легендой. Вот если уж говорить про... Возвращаться к нашему тому вопросу. Бритни Спирс тоже была легендой. Бритни Спирс, Парис Хилтон. Я думаю, для девочек они 100% должны были быть какими-то, ну... Да и для мальчиков тоже, что скрывать-то. Ну, для мальчиков другого. Танцы ее вот эти вот. Энергичные. Начала так, как начала. Но время, конечно, тоже Бритни не щадит. Ну, дальше идем. Это гонщик из... Нет, это вообще не гонщик. Нет, я не знаю, как его зовут. Это очень миленький, миленький актер. Миленький? Да. Брэд Питт? Нет. Брэд Питт не миленький, Брэд Питт такой... Маленький. Харизматичный, мужественный. А это милый такой именно. Он снимался... Из Гарри Поттера? В Гарри Поттере он не снимался. Нет. Он снимался... получается, в «Властелин колец»? Это... Фродо, что ли? Это на которого ты похож? Да. Фродо. Ой, мамочки, как же его зовут-то? Да я вообще не знаю. Который играл главную роль. Я не помню, где? Как его зовут. Нет, это не он! Это Орландо Блум! Орландо Блум, помнишь, кого играл в фильме? Ну, а на кого я тогда похож? «Властелин колец» точно. Это понятно, это Вова сказал. Ой, Ваня, Ваня, ты куда выходил? Ладно, движемся дальше. Следующий слайд. Да здесь вообще непонятно. А я скажу сейчас, кто это. Камерон Диас? Нет, ну похоже, кстати. Кстати, да, вот у нее даже подбородок тот же. Подбородок тот же? Ваня, походу, в свою какую-то игру играет. Ямочка, видите, на подбородке? Нет, то мы дело, Ваня, что нет никаких ямочек. А я вот по ней узнал. Самая известная, вот Ольга Бузова. Я не знаю, как зовут. Только американская и чуть постарше. Ну, не чуть, сильно. Парис Хилтон? Нет, еще старше. Дженнифер? Нет. Мадонна. Да, совершенно верно, Мадонна. Сказал. Ой, это что, она так выглядит? Ой, а у нее, оказывается, еще щербинка есть. Ой, так вы знаете, сколько ей лет? Так ей очень же много лет. Ну, хорошо. Я, прикиньте, не знал, как-то, ну, как будто бы. Для тебя она просто была, да, где-то там в восприятии головы? Идем дальше. О, это что за... Это же Эминем. Конечно. Ника чисто по рэпчику, понимаете, чисто там по этим. Это Эминем. Ну, это, кстати, известно, у него такой один из образов. Он, по-моему, даже в клипе в каком-то был. Ну, и голубой глаз этот. Идем дальше. Ох ты. А, ну это известно. Дэвид Крэмчбекернчбекенемен, как-то так. Только Бенедикт его зовут. Да, Бенедикт. Ну вот, самый известный Шерлок. Шерлок, да. Самый известный Шерлок. Он, кстати, очень хорошо играет. Классный сериал вообще. Да, да. Блин, прикольно. Да, мне тоже понравился. Идем дальше. О, нифига у нее... Я знаю, кто это. Ты понял, кто это? Как у нее старые выглядят ляжки. Ну, она сейчас очень взрослая, я поняла, кто это. Я хочу, чтобы Ваня догадался. Она, кстати, тоже стала известной благодаря... своим двум аргументам. Да-да-да. Вообще, изначально благодаря запрещенным фильмам, но в этих запрещенных фильмах, конечно, эти два аргумента были... Ну? Кто? Ну, не знаю, кто. Памела Андерсон. Памела Андерсон, конечно же. Да, совершенно верно, это Памела Андерсон. Секс-символ. Да, и, кстати, вот на нее смотришь, и действительно понятно, что секс-символ... О, этот красный купальник. Ушедшей эпохи, я бы даже так сказал. Все, дорогие друзья, да, вы молодцы. Вань, ну ты проиграл в этом конкурсе. Да, я знаю, потому что я больше знаю русских, наверное.
актеров. Я бы даже больше сказал советских. Советских, да, моих любимых. И вы тоже можете стать участниками игры New Day Games. Для этого нужно позвонить по телефону. Нужно позвонить по номеру телефона, он сейчас будет на ваших экранах. 8-904-130-10-30. 8-904-130-10-30. Я напоминаю, что на кону у нас будут стоять подарки. Это первое, очень важное. Да. Ну и, во-вторых, эфир начинается в 8 утра, поэтому будьте готовы, утречком заряжены. Мы будем вас ждать.